По результатам последнего учета животных в Сахандинском заповеднике от 1000 до 1200 соболей, 800-900 изюбрий и около 80 медведей. Во многих местах буферная зона заповедника граничит с охотничьими угодьями. Кордон Букукун, говорят, означает место, богатое дичью. Это граница территории, куда охотникам проникать уже нельзя. Ну вот мы находимся на территории заповедника. Выделен специально этот участок под кордон, под названием Букукун. Он стоит в долине реки Букукун. Через нее проходит дорога. Она идет через охотничьи угодья госпромхоза. Здесь это участки штатных охотников. Штатные охотники не наносят большого вреда, потому что они все-таки штатные охотники, у них там свой режим работы определенный есть. Гораздо больше вред находит бесконтрольное браконьерство. Но вот штатники, они способствуют как бы закреплению этих участков, содержанию их в порядке. Водитель заповедника Николай Климов еще несколько лет назад зарабатывал на жизнь профессиональной охотой. В Кыринском районе одном из немногих сохранилось предприятие «Леспромохота». Но заработать легальной охотой, не наносящей вреда природе, становится все труднее. Здесь у нас изюбрь водится, допустим, сахаты, да, лось, рысь водится. На кордоне Агу-Кацан работает инспектор Владимир Казанцев. Патрулирует участки заповедника на коне крепкой монгольской породы, которая без труда штурмует и тайгу, и горные тропы. Патрулирование идет по графику 4 раза в месяц. Вот в одну неделю в один край, на стыковочный, туда в сторону Саханду. Второй сюда, в сторону Каралькана. И третий в сторону стыковочный, где зимой. И четвертый, ну это летом бывает, часто по речке весной, когда рыба идет. Но уже был случай, что вот рядом буквально вот за речушкой Нивыкан собаки и двое на конях. Ну, мы пошли, они убежали. А так больше ни следов, сейчас по снегу же видно. Инспектор Сахандинского заповедника Владимир Казанцев знаменит еще и тем, что имеет государственную награду за задержание монгольского нарушителя на границе. Это было в 2001-м, когда он работал в добровольной бригаде помощи пограничникам. Теперь Владимир вместе с женой Натальей живет на кордоне. Иногда сюда наезжают все его 12 внуков. А еще летом здесь проводят экологические слеты дети из района и края. Уже много лет в заповеднике практически нет случаев браконьерства. Тут про границу на замке как раз можно сказать без иронии. А вот эти кадры поимки браконьеров очень давние, еще начало 2000-х. При этом ситуация с браконьерством на территории Кыринского и Акшинского районов не совсем благополучна. Несколько дней назад на территории Акшинского района задержаны 4 человека, которые охотились с помощью автомобиля и светового устройства. В 2011 году только в Акшинском районе осуждены 3 браконьера, у которых изъяты 2 автомобиля и 3 единицы огнестрельного оружия. Ирина Трофимова, Сергей Рычков из Сахандинского заповедника.